have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы сегодня с вами будем глазеть на Bomber Crew. Вы как-то эту мне игру рекомендовали в Дискорде, как раз скоро после этого она появилась на распродаже в Стиме, я ее отхватил то ли 60, то ли 70% скидкой, и вот она лежала, ждала своего часа, наконец-то, мы сейчас здесь. Две вещи, которые меня немножечко, ну не то что насторожили, а посмешили что ли. Значок запуска игры выглядит голубь, сидящий на мишени. И здесь подозрительно тоже сидит голубь. Голуби, бомбардировщики. На что ну хотят намекнуть разрабы, а? Поехали в компанию. Итак, мы подробнее... Не, давайте сюда, в стандартную. Ну, я никаких DLC не загружал. У нас вот просто обычно внизу были показаны... У нас обычно стандартная игра, внизу были показаны DLC, которые мы можем загрузить. Ну, как бы, в общем-то, идем сюда. Итак, новая игра. Первый раз вообще зашел, ничего еще не подстраивал, просто вначале выбрал язык, и вот мы с вами поехали. 42-й Г. Упражнение для обучения пулеметчика где-то над Северным морем. Нам сейчас типа тренинг будет показывать. Пора практиковать стрельбе по мишеням. Прежде чем вы столкнетесь с настоящим врагом, летите и уничтожьте те цели. Проще не бывает. Хорошо, мы на... Нет, это не Ланкастер, это Веллингтон. Сейчас посмотрим. Изменяйте масштаб, используя... Понял. Черт, вот вы мне сейчас будете пинать, да, за... Так, ладно. Удерживайте, чтобы передвигать камеру, превращаться вокруг. Ага, понял. А, это мои истребители сопровождения, типа? Пробел или, чтобы переключиться в режим маркировки, отметьте учебные цели. Наведите камеру на маркировку. Так, погодите, пробел или... А! Понял. Есть, зафиксировались. Зафиксировались. Наши ребята уже пошли работать. И третий. Для хвостового стрелка. А в полете наводиться, кстати, тяжело, если что. Есть. Выходим из пробела. Итак. Ты кто у нас? Выберите пулеметчика, нажав, затем пилоты или на панели. Уничтожены учебные цели. А, у меня один пулеметчик, я понял. Все, 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 до меня доперло. Я что-то думал, что я с полной командой лечу. У меня... А че он такой быстрый? Хорошо, это мы сейчас уничтожим, и надо будет потом на хвостовую турель перейти. Я понял. Хорошо, отлично. Он такой неспешный идет, такой... Тык-тык-тык-тык. Погоди. Новый курс проложен. Штурм, он будет создавать для вас навигационные маркеры, отмечать навигационные марки по мере их появления, чтобы придерживать курса. Возвращайтесь на базу. Так. Доступно. А, вот. Не-не-не, нормально. У меня вот... А, это тот самый задний стрелок, штурман. Ага, у меня сейчас команда 4, то есть есть пилот, штурман, радист и стрелок. Нажмите пробел, чтобы в режим маркировки. Тут все через пробел будет делаться, да? Все, понял, отлично. Возвращайтесь на базу. Так, это мы сделали, курс подтвержден, это нам пилот сказал. Тут все, я понял значки. Доперло наконец-то. Нам доложили о вражеских истребителях, замеченных в этом районе. Немедленно возвращайтесь на базу. Все, понял, валим. Ваш радар покажет местоположение находящихся... Понял, следить за ним. Сзади. Задний стрелок! Так. Они сверху. Чувак, ты как раз на задней турели находишься. Давай, отфигарь их всех.
похоже, к вам приближается. Мы отправили к нам Спитфайр. Так, хорошо. Все, мы начинаем их потихонечку фигарить задним стрелком. Мы попали в засаду, вражеские истребители. Одного мы сбили, кстати. Отметьте их, чтобы... Я уже их отметил, они уже трупы, все. Он продолжает дубасить, уже даже сбитый. Нормально, истребители Спитфайр докладывают. А, погодите, у нас... У нас их... У нас что, больше ребят, которых надо отметить, или что? Кто по нам гасит? У нас новые цели. Ах ты ж, зараза. Гаси его. Я думал, их три штуки и все. Есть. Это отмеченный. Нам вот этот нужен. Мы садимся? Нам туда. Блин, фишка-то в том, что это же типа команда, а делаю я все один. А, это свой, хорошо. Я испугался. Коррекция курса. Ну, на самом деле, хвостовая турель у них... Она разве не четверная была? Мне кажется, что хвостовая была или четверная, или с увеличенным калибром. Ну, ладно. Втянуть шасси, выпустить шасси. А, понял. То есть вот таким образом все у нас делается. Чисто по маркерам. Интересно. Чертовски интересно. Сейчас и выпущены теперь. Да, возвращайтесь на базу. Собственно... Оу. Это и делаем. Собственно, это и делаем. Мне пока нравится. У меня должно быть больше пулеметчиков. То есть тут же есть еще носовой стрелок, есть бомбометатель. Ну, то есть... Блин, вот это у нас подкрепали. Верхний стрелок. А, ну это у нас так уже отмечено. Мы просто садимся. Целевая высота, маневры. Давай, 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 только не разбейся на посадке, пожалуйста. Есть. Фига себе, у тебя тормозной путь маленький. Хорошо. Здорово. Первое задание, учебное. Bombing crew. Первая ачивочка. Так, обучение выполнено. Обучение пулеметчику у нас сейчас прошло, да? Возвращен и отремонтирован. Бонус за возвращение на базу. Отсутствует бонус из-за... Использование замедления времени. А, ну да, да, хорошо, я его не использовал. Хорошо, все вернулись. У нас Реймонд Энн Дженнифер... Дженнифер Нокс? Это... уж, извините, Дженнифер... Закрыть доклад, хорошо. Тут тоже голуби! Тут тоже голуби, если что! Голуби везде! Они заполонили планету. Авиабаза Ву... Вудбридж. Блин, почему там такое ощущение, как будто пробел, как будто Вудбридж. Вылет на задание 1, уничтожены истребители 6, налет в милях, уничтожены цели, понятно, новобранец. Так, у нас новая команда, что ли? Или мы можем... А, мы... Угу, у нас есть механик, у нас есть стрелок, я так понимаю, стрелок. Да, тут есть женщины, я не знаю, каким это образом, это вот вообще нереально то, что это... Так, механик, механик. А как-то... Я бы второго стрелка взял на самом деле. А, броня 100, скорость... Ой, броня 0, скорость соточка, кислород... Вообще без понятия, что это такое. Возраст 20, черты характера. Флейтист! Родной город. Мастерс. Черты характера. Стекольщик. Литл Хэмптон. А ты кто тогда такой? Кеннеди.
Я знаю, тебя убьют, если я возьму. Кеннеди обычно убивают. Возраст 32. Управляющий отелем. Чувак, фиг ли ты пришел тут стрелки устраиваться? Так, стекольчик, иди сюда. Мне нужен еще... А, вот, бомбометатель мне нужен. Митчелл. Чувак с галстуком. Ты че, из PUBG к нам пришел? 20. Спортсмен. Будешь бомбы метать. Давай, новобранец, пошел. И мне все-таки нужен инженер. Черт. А ты, дядька, у нас кто? Возраст 29. С такими усами и лысый 29. Астроном-любитель. Ха, идем, будешь поближе к звездам. Так, хорошо, мы набрали, получается, полную команду, да? Стрелков у нас 2. А почему 2? Ладно, посмотрим. Так. Экипировочка. Ох. Так, готовые наборы. Стартовые экипированы. Экипировать всех 330. Экипаж стартовый. Стартовый летный набор для всех членов экипажа. Ну да. Летный костюм. Зимний свитер. Зимний свитер. Ну, давайте зимний свитер. То есть. Блин, а ну я не уверен, что мне это нужно. Так, ты у нас, дружище, зимние свитеры. Ну хорошо. Инструктаж. А, погодите, воздушное судно. Собственно. Сохранять спокойствие. Экипировка для выживания. Так, внешний вид. Базовая расцветка. Вид носовой части. Curve Digital и Runner Duck. Давайте Runner Duck установим. Мне нравится. Это компания, если что, которая выпустила эту игру. Я не против этого. Зубы на всех двигателях. Языки пламени. Нет, нет, давайте зубы. Давайте зубы, это прикольно. Вид крыла. Тыквенная приправа. Да, давайте. Свой я не хочу. Текст на борту. Белый текст. Бомбер крю. Черный текст. Я могу... Вот так сделаем. Да, установка. Пожалуйста. Базовая расцветка. Цвет морской пены. Тыквенная приправа. Да, давай. А, хорошо. Турели. Хвостовая турель. МК-1, МК-2. Так, хорошо. Фюзеляж. Я могу здесь турельку поставить. А, но мне на это не хватит. Я понял. Да, там должна быть. Верхняя турель у нас есть. Опять же, можем МК-2 поставить. Носовая турель. МК-2. Я вас понял. Системы. Радар у нас есть. Этого у нас нет. Огнетушители установлены. Оборудование. Стеллаж для экипировки. Хорошо. Есть фюзеляж. Стандартный бронированный. Блин, я хочу, конечно, бронированный, но у меня на него сейчас не хватит. Выживание. Почтовый голубь. А, круто, круто, круто. Хорошо. Инструктаж. Итак, нам сюда. Короткая, риск низкий, начать... Посмотрим, как справитесь с тренировочным заходом на бомбардировку. Нам нужна прицельная точность. Сэр, да, сэр. Поехали. Мы расставили мишени, чтобы вы могли попрактиковаться в заходе на бомбардировку. Ваш штурман будет прокладывать курс цели. Так, а... Пилот, взлет. Курс вот туда, пожалуйста. Спасибо. Пилот. Втянуть шасси. Все, легли на курс. Нам бы высоту набрать, наверное. Так, обнаружим цель задания курса. Так, бомбомет. Ну-ка. Чувак, нам нужно, чтобы ты вот это отбомбил.
Штурман. Отправьте ваш бомбомет на пост, который расположен прямо под... А! Ну да, это бомбометательный люк, точно. Он же у меня передний стрелок. Открыть створки. Выбрать все. Блин, я промазал, я понял, я дурак. Вы промахнулись, пробуем еще раз, а подождите, пока не станет цветно, бомба, ну, все, понял. А, так, нам, пожалуйста, курс вон туда. А, нас просто загрузят? Вы были загружены? Я мог бы навернуть кругаля еще, ну ладно. Я что-то тупанул не потому что, а потому что, короче, где бомбометатель, иди сюда. А, ты уже на месте? Хорошо, выбрать всех. Я что-то подумал, что когда он загорелось зеленым, нужно отбомбиться, а нужно было просто подождать, пока мы долетим до цели. Это, в принципе, логично. Вот чисто я тупанул, так что все нормально. А вон я там эту травку покосил. Так. Пошел. Перфекто. Наводимся на новый курс. Так, бомбардир. Закрыть створки. Активность у побережья. Я тебя понял. Хорошо. Бомбардир на первую турель, пожалуйста. Сделай снимок того, что происходит в море. Возвращайся на базу, остерегайся вражеских истребителей. Снимок. Черт, бомбардир. Отметить цель для снимка. Где? А, вот. Придерживаемся нового курса. Радар. Это же все, я так понимаю, будет с Battle Station фоткаться, с бомбарди... Ну, то есть... Погодите. Я сначала к этому пойду. Половина топлива, я тебя понял. Используйте пост бомбардира, чтобы сделать снимок. Блин, я его не туда поставил. Хороший снимок, сделать снимок. Все, я понял, нам нужно развернуться. Мы сейчас прилетим на нужное место, и там нужно сделать снимок из поста бомбардира, так же как бомбометание. Так, самолеты? Есть снимок. Возвращаемся. Нам только один нужен был. Так, погоди. Мне бомбардир еще нужен там или нет? Потому что я бы его на турельку поставил бы. Давай, дружище, по-моему, за нами сейчас гнаться будут. Мне понадобятся все пулеметы. Включи, не возвращайтесь на базу. Я-то возвращаюсь, но музыка такая, что, по-моему, сейчас... шарашить будут. Так, не перестаньте отмечать. Новый курс отмечен, коррекция курса, понял. Я боюсь, что просто сейчас сзади кто-то прилетит. Гидравлическая система сломалась? Не... Что, блин? Так, а как у нас гидравлика-то сломалась, не подскажете? Так, понял тебя. Не переставайте отмечать навигационные маркеры, иначе собьетесь с пути.
Это, конечно, здорово, но мне бы... Так. Механик, иди чини все. Причем без гидравлики у меня еще эти не будут, да? Я поздно стал чинить. Заходим на посадку. У тебя не так много времени, чтобы починить, дружище. Мы сейчас сделаем маневры, нам нужны будут шасси. Давай скорее, пожалуйста. А, пилот? Пилот! Да, можно потихонечку разворачивать. Шасси выпущены, все, можем заходить. Контрол. Гидравлическая система отремонтирована. Отметьте авиабазу, выпустить шасси, приземлиться. Да, это все уже сделано. Давайте, поехали. Ну, похоже, все нормально. На самом деле, я больше ожидал именно какого-то сопротивления. Именно, что на нас нападут, а у нас просто поломка случилась. Меня сейчас мучает, но это же не Веллингтон, я забыл. То есть, ну, британские бомберы, это же Веллингтон, а Ланкастеры... Но это не Ланкастер явно, потому что, ну, строение другое. А вот, вот эта вот кабина, она же сделана... Хотя... Ладно. Я сейчас именно потому, что буду вспоминать, я не вспомню, поэтому... К черту. Потом в комментах или сам допишу, или вы мне допишите, что это... Возвращен, отремонтирован, успех, все сделано, слоумоу не пользовались, продолжить. Команда у нас вроде как все нормально, у нас... Даже нанимать, наверное, никого не надо, они уровень себе качают, закрыть доклад. Хорошо. Пойдемте, наверное, попробуем еще одно задание зафигарить. Это у нас было на бомбометании, на фотографии. У нас полный экипаж. Так, теперь можем еще и выбирать. Хорошо. Короткое, низкий риск. Короткое, низкий риск. И короткое, низкий риск. Я понимаю, что мы потом будем аж до Европы летать. Это будут там средние, длинные. Это, кстати, прикольно. Давайте сюда. Награда за выполнение, бонус за безопасное возвращение, начать. Один из наших мощных летчиков Spitfire был подбит над каналом, ему пришлось совершить аварийную посадку на воду. Найдите этого бедолагу и сбросьте ему экипировку для выживания, чтобы он мог безопасно дождаться эвакуации. Есть, понял, поехали. Так, а... О-о-о! А вот это круто! Членов экипажа можно выбирать... циферками. Блин, вот это хорошо. Так, нам туда. Новый курс проложен. Так. Топливо. Втянуть шасси. Прервать камень. Нет, нет, не надо. Припас нужно сбрасывать с малой высоты. Контейнер оснащен парашютом. Он несет в сторону... Я понял. Так, высоту пока что набираем среднюю. Нужны точки, если будет сброшен слишком высоко. Понял. Сначала идем на средний, потом впереди Лондон. Или даже Лондон. Как в лучших домах, да? Лондона и Парижа. А, новый курс, я вас понял. Давай. Коррекция курса. Блин, красавчики, мне нравится, как все происходит. Идем пока что на среднем, нам тут будет безопаснее, потом если что спустимся пониже, когда целевая высота здесь. Ага, вы мне даже так подсказываете, я понял. Так, тут у нас... Мы, кстати, смотрим на показатели кислорода и температуры. Достигли средней высоты, отлично. То есть мы все это время набирали. Супер. Ориентироваться в облаках сложно. Хорошо, пойдем на низкой. В
Блин, высокая это получается вообще, вон там будет, не нужны будут и маски, и все, что нужно. Это ж самолеты этого времени, они же не герметичны вообще ни разу. Поэтому помните, что при вас следует сбрасывать с малой высоты, как раз на нее и направляемся. Спасибо, понял тебя. Got it, cool. Нам сюда. Бомбардир. Открыть створки. Припасы. Сбросить. Сбросить припасы. Блин. Так, во-первых, курс. Во-вторых, где эти уроды? Я их не вижу. Вот они. Так, бомбардир. Дружище, за турель быстренько. Что у нас? Атакуют неотмеченные истребители. Блин, меня собьют, если что. Ребят, вы можете их гасить, пожалуйста? Верхняя турель. Блин, мы горим. А, у нас гидравлика вырубилась. Ну, круто, нам хана. Надо было сразу это сделать. Я торможу просто. Два движка горит, один уже вырубился. Мне, наверное, второй инженер нужен, слушайте. Я понимаю, но у меня он занят вообще-то. Так, радист, он, ну, радист ничего не может сделать, наверное. Он просто отвалился. Гасите их. Ты что, на крыло полезешь? Серьезно? Так, выпустить шасси. Я провтыкиваю просто ужаснейше. Заканчиваются боеприпасы, супер. Так, у него боеприпасы закончились. Зачем я шасси выпустил? Втянуть шасси. Что ты хочешь, чувак? Периодическая система начинает сбоить. Я тебя понял. Чувак, побежал чинить быстренько. Мы движок запустили. Хорошо. У одной из ваших турелей закончились боеприпасы, вы можете отправить любого члена экипажа, чтобы взять боеприпасы из ящика и отнести турели. Я понял. Вот сюда. Нет, это вот сюда. Понял, блин! К этому фиг привыкнешь. Все, гасите их. Мы до ночи уже летим. Что-то не отмечено где-то?
положительного маршрута, давайте. А, чувак лечиться пошел? Я его отправил лечиться. Механик. Блин, меня это поражает. Он тупо по крылу ползает. Так, чувак, тебе нужно сюда. У тебя мало хпшки. Неотмеченные истребители. Отметьте. В смысле неотмеченные, блин, истребители? У меня, кстати, бомбалюк открыт. Надо его закрыть. Перезарядись. Блин, у меня кусок хвоста отбили. Раненых можно отправить по койкам. Да, это я знаю, спасибо. Кто у меня раненый? Инженер раненый. Дружище, я тебе сказал перезарядить пойти. Ты чё? Блин, по пилоту попали. Нет! Что у нас там не работает? Зачистите врагов. Так, блин. Радар включен. Давай, дружище. Так, а че их так много? Вы че? Я же их сбиваю. Нет, ну мне это кажется немножечко нечестным. Ну то есть зачистить это местность от врагов, да, я. Ну а это же бесконечно, они просто появляются и появляются. Так. Я знаю, что раненых можно отправлять. Фоткать нужно? Серьезно? А почему? Некоторые задания вы можете выполнять дополнительные. В смысле дополнительные? Меня тут убьют, к черту. Сбейте этого урода. Так-то топлива не хватит, если чё. Так, бомбомет. Ну мы упадем к черту. Это я уже чувствую. Хорошо. Все, валим отсюда. Да, я упал, потому что у меня топливо закончилось. Вот и все. За что вам бомбардировщика? Нет никого! Потому что мне пилота убили, вот почему. Окей, я понял. Результат задания провален. Ладно. Уничтожен. Ладно. Продолжить. Погибли, все погибли, да. О, выживание в море, что, блин?
За ним можно будет сходить. Мне типа дадут сейчас новый самолет и все заново. Новобранцев опять набирать полную команду. Хорошо, я вас понял. Ладно, ребятушки. Тогда, получается, что на этом заканчиваем. Я немножечко не понял фишки, там было типа сказано, что перебейте всех, но когда перебейте всех, они прилетают, прилетают, и все превращается. Конечно, и я тоже тупил, потому что не вовремя все начинал делать, это нужно попрактиковаться. У нас сегодня просто погледушки, первый взгляд. Вот такая игрушка, на самом деле, мне очень нравится. Наверное, без записи в нее будет играться немножечко получше, потому что не будет отвлекаться внимание ни на что. И я думаю, что оно прям пойдет. Могу вам посоветовать ее взять, поиграть. Очень классная штука. Но пока что на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда.